Наконец-то наша долгожданная кухня подходит, строительство нашей долгожданной кухни подходит к концу. Тут доводятся штрихи, убирается, моется, и осталось сделать кое-что. То есть это канализацию, пару светильников повесить и охладительную. Мы выкопали яму под канализацию, и на следующее утро пришли и удивились. У нас появился новый гость. Ёжик бегал тут постоянно. Он не думал, что мы выкопаем такую большую яму. Он попал к нам в ловушку. Сейчас будет мега-спасательная операция по освобождению ёжика и отпусканию его на волю. Мы сейчас его достанем, осмотрим, что все с ним в порядке, и отпустим к папе с мамой. Ой, какой маленький и хорошенький. Ой, ой, ой. Так, он сейчас в данный момент кушал червячка. У него во рту червячок. Он нашел здесь червячка. И мы сейчас посмотрим, как он побежит домой. Ну, ёжик, ни головы, ни ножек. Беги. Так и закончилась удачная мега-спасательная операция ёжика.